кружим по району. Друзья, я в Алабаме, но у меня практически через несколько минут будет рестарт. Мне нужно остановиться и простоять 34 часа по закону. Что мы будем делать? Другого выхода нету, поэтому вот такие вот ситуации. В Алабаме у меня скидывается одна машина. Дальше уже Пенсакола, Флорида, Майами, Флорида. Ну вы поняли. До самого конца. Так. Ну пока даже не знаю. Я буду заниматься уборкой машины, монтированием роликов и т.д. и т.п. О, как затопило здесь, да? Из Луизианы заезжаем в штат Миссисипи. Река Миссисипи разлилась очень сильно. И прям лес весь как болото большое. На аукцион Манхайм, а здесь вот какая-то вот непредвиденная ситуация, какая-то авария спереди, ребят. Аварийная ситуация. Менты моргают. Сейчас глянем. Узенькая дорожка, видно, летели, кто-то кого-то подрезал. Как обычно. Штат Миссисипи у нас за бортом. Смотрите, какие старые тачки стоят во дворах у людей. В лесу прям живут лодки, машины всякие. Да. Вот он. Кто-то, похоже, улетел. О, тут вообще вытягивает трак. Да, трак залетел. Тормоза, видно, отказали. В лесу стоит. Вот там грузовик. Еще один эксидент. Да что такое? Что тут происходит? Что случилось, непонятно. Вообще какая-то неделя странная, ребята. Грузов нет. Все попадают в аварию, машины бьются. Смотрите, как он улетел, бедный. Так, друзья, я снова на аукционе Манхайм, уже в городе Хейтисбург, штат Миссисипи. Забираю вот такого вот красавца. Это у нас Toyota Tundra 2011 года. Вот с таким вот пробегом, если не ошибаюсь, 200 тысяч миль, вот, красного цвета, такая вот красавица. Когда-то у меня была точно такая, только немножко пожирнее комплектации, и у нее была не вот такая большая дверь сзади, а наполовину. Это крюк кэп, а у меня была дабл кэп, вот так. Хотя крюк кэп шикарное, сзади место. В этой машине очень даже предостаточно для большой семьи. Вот такая вот тундрочка. Не знаю, почему на ней такой большой майлэдж.
как бы ей 8 лет, да, но видно, катали на ней без перерыва. Имеет несколько скретчей, царапин и тому подобное. Ну, внутри чистенькая такая, видно. Почистили чуть-чуть. Простой салон. Очень удобные, кстати, сиденья на Тойотах вот эти. Точно такой салончик, как был у меня. У меня была 2008 года. Это немножко помоложе. В основном они идут в комплектации с моторами V8 объемом 4,7 и объемом в 5,7 литров. Давайте посмотрим, какая вот эта. Мне аж интересно самому. Свою я тундрочку лифтовал, приподнимал там на сантиметров 10, кажется. Она так смотрелась очень классно. А не, вы знаете, это уже шла с новым мотором. 4,6 литра V8. Это не 5,7. Немножечко поменьше моторчик. Вот такой вот. Но поверьте, выдает он при достаточно мощности для переезда по американским дорогам. И также, если нужно, можете спокойно тянуть ею прицеп. 0,20 масло заливается сюда, наверное, простое, а не синтетика. Вот, в общем, такой вот автомобиль. Это чисто такой, знаете, работяга. Никакого фэнси, никакого лакшери, как в Dodge. Даже немножко порватое сиденье есть. Но машина достойная, надежная. Поэтому столько много и проехала. И поверьте, еще будет ездить и ездить, я уверен. Если за ней ухаживать, подстаканники, аксилити, музыку можно слушать. Кондиционер, конечно же. Надеюсь, он работает. Вот, магнитофон читает, MP3. Все, что вам нужно. Для 230 тысяч пробегу, ребята, это состояние идеальное просто. Общее состояние. Машина очень хорошая. Имеются сколы в стекле переднем. Но по большому счету машинка выглядит хорошо. Всякие тут места под очки, под разные нужные вещички. Полы чистые, достаточно сиденья тоже. Средняя консоль опускается. Здесь множество всяческих вот, как говорится, нужных бардачков. Также подстаканники. Тундряка. Хорошая машина. Даже 4,7, я уверен, что она хорошо идет. Ну, как видите, 230 тысяч пробег. А цена на эту машину, я не уверен, ребят, какая цена, сколько она стоит, но думаю, что не больше 10 тысяч долларов с таким пробегом, а то и дешевле. Поэтому как-то так. Смотрите, кнопочка, что делает. Сзади есть большое окно, которое можно открыть. Я такое видел только на Тойотах. Что полностью открывалось. Это прекрасно. Все, значит, поехали ставить и идем искать еще одну. Такая же тундрочка, только серого цвета будет у нас. Кастомные трейлеры даже. Сам Фёрст кастом трейлер.
куча людей грузится. Посмотрим. Нам нужно еще одну найти. Вот, про вот эту вот я красавицу вам рассказывал. Угадайте с первого раза, ребята, что это за машина. Подсказка с правым рулем. Блин, одни классики стоят, смотрите. С длинными носами. Вот это юг. Молодцы. Перевозят машины. Да, здесь на Манхайме стоит очень много прекрасных тачек, ребята. Включая вот такого вот Кадиллака Эскалейда, который мне очень нравится. Но стоит он просто бешеных денег. Смотрите, какой красавчик. На 22-х дисках. Да, на 22 колеса. Blacked out полностью. Весь гриль у него в таком черном, темном оттенке. Шикарные диодные фары. Это машина с Техаса. Она получается какого года? 2015 года. Ну, не новая. Но видно, дилер ее сюда привез. Вот так вот она выглядит. Изнутри, конечно, кадиллаки шикарные. Он вроде бы как и Chevrolet Tahoe, но и в то же время он люксовый. С такой вот панелью. Все вот как-то кожей обшито. Все мягенькое. И место для 7 человек легко. Здесь хватает. Даже немножко алькантара есть. Да, это, ну, не Mercedes. Все-таки, думаю, обшивочка у Мерса получше. Но это прекрасный Кадиллак. И если у него еще 6,2 мотор, то эта машина вообще, как говорится, бесценна. Bose аудиосистема. Это стандарт на всех General Motors Luxury Cars. Будет такой Кадиллак. Два сиденья здесь. Не диван, а два сиденья. Ну и сзади. В принципе, как бы для детей пойдет. Полностью климат-контроль. Сзади есть зарядочки. Полноценная для розетки. 12-вольтовый. Вот что белая крыша, то так себе, конечно. Если бы была черная, было бы вообще прекрасно. На таком автомобиле, ребята, одно удовольствие ездить. Комфорт, тишина. Да, со всеми этими сиденьями, конечно, места здесь немного, но это быстро решается. Таким вот образом. Бам. Бам. А если еще подголовники опустить, то оно совсем ляжет. И будет вам такая четырехместная машина с громадным багажником. Вы же не ездите всегда, если человек в тачке, правильно? Так что, Cadillac Escalade, дамы и господа. Цвет красивый тоже у него. Ему бы подошли бы темные диски к этому цвету. Хорошие машинки. А вот где наша серенькая тундра, я так и не вижу. Не вижу я нашей серенькой тундры. Ну, может быть, сейчас где-то попадется. А вот как вам агрегат. Хороший тоже, да? Джип, грязь месить. Мустанг. Ну, мустанги мне эти очень нравятся тоже. Шикарный автомобиль. И по салону, и вообще. Это еще GT. Здесь мотор 5.0 V8. Стоят они достаточно, ну как, недорого. 34 тысячи пробег, кстати. 2018 года. Вот. Чего ему не хватает, это съемной крыши. Или было бы идеальная тема для курортных таких, знаете, мест. Nissan Titan. Не сильно частая машина, тоже 17 год. 53 тысячи пробег. Вот, как бы для сравнения вам просто покажу. Сравните тундра, как смотрится. Как Nissan. Они примерно одинаковые.
Но по салону, если честно, то Nissan немножко такой поинтереснее. Он такой, знаете, тут мягко, знаете, такой он полюксовый, что ли, немножечко буквально. Мотор здесь тоже похоже 5.6. Да, 5.6, если я не ошибаюсь. Сейчас маленько, может быть, открою быстренько. Капотик V8. Восьмерочка, конечно. Объем здесь пишется. Насколько я знаю, здесь нету 4 с лишним литра на Ниссанах. Именно на восьмерках. Здесь 5.6 в основном. Такая небольшая батарея стоит вообще. Может, их тут две? Да не, вроде одна. Да, если я не ошибаюсь, то это 5.6 V8. Очень мощный и надежный тоже мотор. А сейчас такие вышли новые титаны, то они дизеля. А дизеля-то вообще пушка. 5.0 Cummins турбодизель. Все такие редкие экземпляры. Jaguar. Помните Jaguar, да? Так. Друзья, товарищ. Где же моя машина? Lexus старенький. А.К.А. Land Cruiser, да? На просторах СНГ. 2008 год, он смотрится просто пушка. Грязно, правда, такой весь. Видно, топливный, может быть, не знаю. Но машинка. Огонь. С таким люком DVD. Полная такая семейная тачка. Думаю, тоже за пару копеек кто-то его заберет в Арабские Эмираты. Видите, сколько места. Если разложить сиденье, конечно, будет немножко поменьше. Ну, если честно, они на рынке очень ценятся. Очень ценятся. А вот 2019 года машина, 1000 пробег всего лишь. Какой-то джип. Почему он здесь на аукционе стоит, что я вообще не могу понять. Джипик новенький такой-то, а? Джип Компас, что ли? Ну, такие, кстати, джипы, они такие простые, знаете. Но и по цене они вроде бы не сильно дорогие. Смотрятся неплохо. Вроде бы как такой можно взять за $200 в месяц. В лизинг. Такой неплохой комплектации, я думаю, что можно урвать. В принципе, это лучше, чем легковушка по проходимости. Да, это для северных в основном таких регионов, чтобы не застревать в снегу. Чироки. А, это просто чироки. Окей. Это джип чироки. Фары мне у него нравятся, диодные такие. Красивый. 19-й год, ребята. Нульц. Вообще нульцевая машина. Стоит на аукционе. Идем дальше. Искать нашу тундру, которую никак не можем найти. Это Chevrolet. У нас вроде как серого цвета тоже, только Toyota Tundra должна быть. Toyota Tundra. Toyota Tundra, я тебя не вижу. Также популярны среди наших людей в Штатах вот такие вот большие машинки, типа Lexus LS460. Это 2007 года, данная модель имеет 106 тысяч пробег. Но это никак не влияет на ее качество, я уверен. Что для Toyota, для Lexus это пробег смешной. Особенно для такого автомобиля просто. Видите, как он смотрится, да? 2007 год. S-класс, одним словом.
тоже уверен, что он вообще за копейки уйдет. И кто-то будет на нем кататься и очень радоваться. Ну, конечно же, куда без вот таких вот экземпляров. 2009 года Chevrolet Silverado 2500 HD Duramax дизель, Allison трансмиссия. В общем, зверя такие любят машины. Под ней можно, в принципе, пролезть. Вот такое, конечно, чудо техники. Вообще просто необычно. Магнитофончик Aftermarket Pioneer стоит. DVD, все дела, короче. Смотрите, что он тут замотил, датчики всякие. Ну, это кастом кар. Это кто-то взял обычный. Хорошенько такого приподнял, чтобы ездить где-то по болотам или просто ездить, не знаю, людей тут не понять. Сделал такой и по трассе катается. 1 литр на 1 километр расход и погнал. Хотя дизель может, да, поэкономнее быть. Пару новеньких Camaro стоят, convertible, тоже в нульцевые тачки. Вот даже SS, как у чердака Bumblebee. Если смотрит кто канал Чердак, у него постарее, кажется, модель. Он симпатяга, чё. SS. Это получается 6,2 мотор здесь. Она просто подрывает. 2018 год. Тоже 18. Малибухи вот такие стоят. Новенькие тоже. В общем, General Motors что-то это продает. Много тачек, смотрю. Так, опа. Неужели я нашел свою машину? Хожу себе вообще не там, где надо. И смотрю, а нет, это 2007 года. 2007 год, ну тоже серая. Серая. 031 181. Может, она у меня 2007 года. Сейчас я проверю. Но 113-209. Здесь не наш. Не наш код. Не наш. Но машина совершенно одинаковая по виду практически. Так, там уже не думаю, что что-то будет. Такая покоцанная вся. Так, решил я пройтись, короче, по всем рядам. Вот так. Туда, обратно, туда, обратно. Потому что не могу найти свою машину, друзья. Не могу найти свой автомобиль. Очень удобные автобусы, вот эти шевролеты для больших семей. Они 12-15 местные шевролетики такие. Тоже стоят на аукционе. Кстати, 18-й год. Нульцевые субарбаны 18-го года. Ну, не нульцевый, пробег 15 тысяч, 20 тысяч такой. Субарбан Тахо. 6,7 литров. Фордик Пауэрстрок. F250. Тоже свежий вообще, просто свежак. Двери, правда, скрипят уже, но машина смотрится реально нулевая. Фордека коммерческие. Так, друзья, вроде бы я нашел следующий свой автомобиль. 2011 года. Toyota Tundra. Посмотрим ВИН номер 113-209. Да, это наш автомобиль. Этот данный автомобиль уже идет с мотором 5,7 литров. 8-цилиндровый iForce. Сейчас я покажу, открою. Тоже такой покоцанный, тоже на нем большой пробег. Сразу попробуем завести его. Вот видите, о чем я говорю? Вот так вот. Автомобиль не заводится. Еще трата времени. В общем, с люком на кожаном салоне, платинум. Тундрочка, она уже, конечно, top of the line, как говорится.
самая-самая навороченная, которая могла быть в 2011 году. Вот, в колесах с такими вот расширителями, крыльями. Конечно же, кожаный салон, пластик под дерево, аудиосистема JBL, ну и тому подобное. Ну, опять же, 250 тысяч миль. Ребята, эта машина сохранилась просто идеально. Немножко подзалипла. Сохранилась она вообще классно. Большие массивные двери. Камера заднего видения, видите? Все дела. 242 тысячи пробег на ней, на этой машине. Взглянем на крышу. Имеет ли крыша царапины? Ну, так ничего не увидишь, все грязное. Потому что маленькие царапинки есть. Но она не заводится. Даже есть поворотники в зеркалах. Я думаю, что на ней сдох аккумулятор. Первая версия. Ну, может быть, что-то еще другое. Пойду за джампером. Пойду возьму. Возьму этот, как говорится, прикуриватель. Проверили, что ли? Ну да, все же такое, конечно, качество вот именно отделки уже хромает после 2050 миль. Электронный привод руля, электронные сиденья, ломбард даже есть, выдвигается вот этой кнопочкой, чтобы колени поддерживать. Не, автомобиль достойный даже для 2011 года. Тундряка. Ладно, пойдем ее попробуем оживить. Придется мне брать сейчас свой джампер, батарею, чтобы прикурить. Вот, ребята, берем манхаймовский джампер с зеленым флажком и едем прикуривать наш автомобиль. Хорошо, что у них есть свой, чтобы не идти далеко в трак. Мы сейчас попробуем, у них может и мощнее он. Главное, чтобы Toyota не имела проблем помимо аккумулятора. Главное, чтобы, друзья, была машина не топленная и чтобы не было проблем с электроникой. Все, завели. Хорошо, когда все хорошо получается.
лишь навсего были проблемы с аккумулятором. Хорошо дует, отлично даже скажу, кондиционер. Аудиосистема шикарная. JBL все-таки, не халамбалам. Так, тяжелая эта штука, интересно. Я, наверное, пойду ее откачу, потом приду за машиной, пусть подзаряжается. Так, обследуем данный автомобиль. Смотрим на наличие царапин, вмятин и тому подобных изъянов. Обе двери царапаны, на крыше маленькие царапинки есть, в стекле есть трещинки. Так что сейчас обойду, посмотрю сразу. Ну что-то я смотрю, в фаре вода, да? Водичка топленая, что ли, была? Может, поэтому не заводилось. Вмятина на бампере. Ну так, да. Есть немножко. Мне интересно, за сколько же купил клиент эти машины со Флориды? Клиент, пожалуйста. Думаю, что по пару штук он их забрал. Пятерочку за одну. И, может, штук 7 за это отдал. С таким пробегом. Ой. Заполняем, заполняем. Toyota Tundra 2011 года. Куча царапин. Ну, 5,7 немножко чувствуется порезвее. Даешь газку, она такая подрывает. Чем 4,7. 4,7 такая, она более спокойная, что ли. Тундряка. Салон, она, конечно, шикарная, такой ароматный салон. Симпатяшка, но я перевозить бы его не хотел. Такие кабаны конкретные. Так, все. Значит, у нас сейчас задача, ребята, снять все машины полностью. Загнать две тундры наверх, два рейнджера на низ. Ну и само собой, это манюли тоже на нас. Рема на хвост поставим. Видите, как отличаются тундры? Гриль, колеса, хромовые зеркала, ручки, подкрыльники. Есть отличие у люксовой с нелюксовой.